Региональное отделение Союза художников России организовало новый проект под названием «Портрет художника». Выставка открылась в Большом зале Дома художников. Впервые ивановцы смогли увидеть столь широкую галерею портретов и автопортретов живописцев, начиная от шаржа и заканчивая серьезными жанровыми работами. Это удивительная тема. Это не просто портрет художника, это образ художника. Глазами самого художника, его друзей-художников и так далее. И поэтому зритель здесь увидит много очень знакомых личностей. Свои картины на выставке представили не только опытные авторы, такие как, например, Александр Климохин с работой художник и модель, но и начинающие. Марта Суржикова, студентка 5-го курса Ивановского художественного училища, сделала портрет Александра Климохина. «Кофе для друзей» – это первая серьезная работа, выполненная пастелью. Вся работа велась с натуры. Долгие месяцы. Все не сразу, особенно техника для меня новая, это было сложно. Я постаралась, чтобы реквизит вокруг отражал душевное состояние и образ художника. Ну, как и все всегда, особенно если художник-художник рисует, претензий всегда много. У меня нос не такой, усы не такие, все не такое. Но в целом, если результат здесь, значит, все удачно. Открытие вернисажа совпало с приятным событием для Ивановского областного отделения Союза художников России. Руководителю этой творческой организации Галине Вороновой первой среди художников присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Ивановской области». Любовь Почерникова, Андрей Семволков, РТВ Иваново.